Всем привет, с вами Артём, это игра «Привет, сосед», и сегодня у нас будет топ читов на, собственно говоря, Хэллоу Нейбор. И топ у нас открывает команда Friends Forever. Это такая команда, которая позволяет нам дружить с соседом. То есть, чтобы сосед нас не ловил. То есть, вот мы прям перед соседом бегаем, он нас не ловит. Переходим к пятому месту. Пятое место открывает команда Fly. Это такая команда, чтобы можно было летать. Прямо вот по дому соседа и летать. Просто вы будете летать, но сквозь текстуру проходить не можете. И дополнение к ней будет команда Волк. Ну, это просто дополнение, это не коли. Это чтобы ходить можно было обратно. Переходим к четвертому месту. Четвертое место у нас занимает команда Ghost. Команда, которая позволяет нам проходить сквозь текстуры в «Привет, сосед». И дополнение к ней та же самая команда Волк. Просто проходим сквозь текстуру. Да и вроде ничего необычного. Это все есть в читах консоли Enabler. Переходим к третьему месту. Тройку лучших у нас открывает команда Infinity Jumps. Эта команда позволяет нам делать бесконечные прыжки прямо по дому соседа. Мы можем вот так вот попасть. Дом соседа. Взять ключ. И пройти игру. Но лучше это, конечно, делать с командой Ghost. Мне она нравится больше. Переходим ко второму месту. Второе место занимает команда Multi Summon. С помощью нее можно заспавнить сразу несколько объектов. Допустим, соседов. Оп, и у нас заспавнились трое соседей. Правда, мы с ним ничего не можем делать. Они просто будут бесконечно стоять. Кстати, так, вот такой командой я сделал видео под названием «Армия клонов, привет, сосед». Подсказка будет в правом верхнем углу. А мы переходим к первому месту. И первое место у нас занимает команда Destroy Target. Destroy Target — такая команда, которой можно уничтожить дом соседа полностью, если ее вести. Подвала у нас больше нет, а есть вместо него вот такая вот яма. Я все удалил. Это просто пустырь. Это игра, но при том это пустырь. Я сломал игру. С вами был Артём, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии под этим видео, понравилось ли оно вам или не понравилось. Ну и всем пока. Пока-пока.